Соревнования прошли в двух возрастных категориях – с 10 до 17 лет. Всего более 100 спортсменов. Отделение тхэквондо открылось в первой спортивной школе всего год назад. И на сегодня является пока единственным в городе, но одним из самых многочисленных. Ведь этот вид спорта – олимпийский. Интерес к этому виду спорта очень большой. И я думаю, что мы в своей школе будем в городе развивать этот вид спорта. Наши ребята уже боролись на уровне края, уже завоевали медали. Мы участвовали в международных таких соревнованиях, где завоевали медали наши ребята. Поэтому тренер достаточно высокой квалификации, поэтому результаты будут. Я думаю, что наши ребята в скором будут участвовать не только на первенствах города, края, но и на Россию, и на международных турнирах. Сегодня эти ребята пока еще делают первые шаги в большом спорте. Но с таким заслуженным тренером, как Арсен Курбаналиев, вице-президент Федерации кабудо Краснодарского края и главный судья этих соревнований, бесспорно не добьются результатов. Довольно-таки нужный мне спорт, как я считаю. Чтобы защищать себя и родителей, сестер. Я раньше на карате ходила, это лучше, потому что там жестче били, а здесь полегче бьют. Становлюсь 2 раза или в 10 раз. Или в 100 раз сильнее становлюсь. Поскольку практически все спортсмены – воспитанники первой спортивной школы, то закономерно, что в командном зачете она абсолютный лидер. А вот кто поедет на краевые соревнования, покажет отбор и дальнейшие упорные тренировки. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.